каждом населенном пункте городских и сельских поселений Ленинского района в апреле проходили субботники, чтобы очистить улицы, дворы, придомовые территории от скопившегося за зиму мусора. Наша съемочная группа побывала в новом микрорайоне Бутово парк Булатниковского сельского поселения. И как выяснилось, о субботнике здесь забыли. На территории сельского поселения Булатниковское возводится жилищный комплекс «Бутово парк». Такое название выбрано, наверное, не случайно. Здесь дома вплотную примыкают к лесному массиву. И сейчас, когда идет стройка, эта часть живой природы превратилась в экологическую катастрофу. Мусор же выбрасывают строители туда, вот за забор. Это однозначно нужно приводить в порядок, но я так предполагаю, что это обязательно будет сделано. Нормальные люди это должны сделать. Ну, жители, там, управляющие компании, городские власти какую-то помощь должны оказать. Потому что не так много у нас таких хороших зон, как вот здесь в Бутово, как вот этот бутовский лес. Мы попытались выяснить, почему же такая солидная строительная компания, как «Мортон», которая возводит здесь жилой комплекс, не соблюдает правил с учетом современных технологий своевременного сбора и вывоза строительного мусора. К сожалению, ответа мы не получили. Может, субподрядчик с романтическим названием «Кентаун», который ратует за качество и эффективность своей работы, забыл, что мы живем в 21 веке? Бутово парк 2. Там нормальные строители, видимо, там ПИК компания строит. Вот. Они сделали такие пластиковые трубы отвода мусора и цивилизованным путем спускают вниз этот. А картину здесь наблюдается на этой стройке такая, что сверху летит мусор. Не дай бог, кто-нибудь проходить в лесной зоне, кто-нибудь просто. И может просто несчастный случай произойти. Невероятную грязь и мусор мы увидели рядом с уже сданными в эксплуатацию жилыми домами. Люди, видимо, здесь и не знают, что апрель – месяц благоустройства. Этот материал снимался нами в последние дни апреля. Сейчас уже май, и мы надеемся, что после нашего визита эта территория и лесная зона будут приведены в порядок. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.